Добрий день, вітаю всіх. Сьогодні у нас експертно-аналітичний клуб на тему годовини початку повномасштабного ворвання Росії в Україну. А наші сьогоднішні спікери – це Дмитро Громаков, керівник дослідних проєктів Міжнародного центру супродіяння російської агресії. Пані Дмитро, вітаю. Це Олександр Класковський, політичний оглядальник проєкту «Позірк». Олександр, вітаю вас. Добрий день. Гэта Яўген Магда, кандыдат палітычных навук, дырэктар Інстытута сусветнай палітыкі. Яўген, вітаю. І гэта Тацяна Шуркевіч, палітычная выкладчыня. Дзень добры, вітаю. Вітаю усіх. Наш фармат, як і заўсёды, 10 гадзіну спікеры адказваюць на заяўленыя пытанні і 10 гадзіну у нас на дыскусію. Таму мы будзем рады вашым пытанням і рэплікам у другой частцы. І нагадваю, што гэты акт мы запісваем, у нас будзе відэаверсія на канале прэс-клуба ў Ютубе, але калі вы хочаце сказаць штосьці, што не павінна патрапіць пад запіс альбо цытавацца з вашым імем іншымі ўдзельнікамі клуба, то калі ласка перад такой фразай папярэдзьце нас. А я перадаю слова Вадзіму Мажэйку. Вадзім, калі ласка. Прывітанне, Антон. Вітаю всіх. Добрый дзень. Сьогодні как-то тот случай, когда не нужно долго думать над темой экспертно-аналитического клуба, потому что очевидно, что в годовщину войны сейчас, наверное, в ближайшие недели все и везде будет сфокусировано именно на этой теме. Поэтому, безусловно, и мы сегодня о годовщине войны поговорим. Но, конечно, поскольку экспертно-аналитический клуб освещает разные темы, но все-таки с фокусом на Беларусь, поэтому и сегодня тоже будем на это через белорусскую призму на события смотреть. Да, напоминаю, что рабочие языки у нас и русский, и белорусский, и украинский, без перевода. Каждый будет говорить, задавать вопросы, давать ответы, как ему удобно. И поэтому, чтобы долго не занимать наше время, поэтому первый вопрос о том, как вообще можно оценить роль Беларуси и белорусов за год в войне. Потому что, наверное, мы видели много за этот год очень полярных оценок. И от того, что белорусы – это вообще так же знаково, как россияне, такие же враги, вообще не может быть никакой речи. И вплоть до того, что белорусы чуть ли не главные герои, главные пострадавшие. И поэтому сегодня будем искать, наверное, эту истину где-то посередине между крайними позициями. И поэтому, поскольку мы идем по алфавиту так, как он был написан в серой версии русского анонса, поэтому первым слово Дмитрию Громакову. Дмитро, пожалуйста. Только нужно включить микрофон. Дмитрий. Сейчас у нас какой-то Дмитрий пропадает целиком. Добрый день, Росом. Или под... пошел теперь звук, да. Алло, да, слышим вас, видим. Слышно? Вопросом сразу или по первому вопросу только? Смотрите, я еще раз, в этот раз почему-то у нас вызывают дополнительные вопросы, я еще раз, вроде бы всем писал лично, еще раз повторю. Мы задаем первый вопрос. Я задал первый вопрос о том, как можно оценить роль Беларуси и белорусов в войне за год. И вот этот вопрос сейчас попрошу ответить каждого из спикеров, потом задам второй вопрос, если попрошу сделать то же самое. Поэтому пока по первому вопросу, пожалуйста, как можно оценить роль Беларуси и белорусов в войне за год? Давай, скажем так, роль Беларуси – это, можно сказать, что роль и соучастника, и участника этой предоставила свою территорию для накопления сил и средств, для вторжения. Как участник Беларусь создала инфраструктуру обеспечения этого вторжения. И поддерживает, да, не только политически все события, которые происходят в Украине сегодня, с точки зрения этой войны и конфликта, да, но и поддерживает физически и технически армию вторжения. Поэтому, на мой взгляд, Беларусь является полновесным и полноценным участником этого конфликта. Да, не воюют, может быть, как бы массово, да, там армия не включилась в процесс вторжения. Но отдельные части, подразделения, люди, которые зашли в ЧВК,
Они присутствуют в Украине в боевых частях и подразделениях. Используется техника белорусская для вторжения, да, то есть есть фотографии там белорусской маркированной танков, которые заходили в Чернигов. Поэтому в данном случае я склонен рассматривать Беларусь как полноценного участника, субъект этого конфликта и полноценного участника со всей ответственностью, которая в случае поражения должны нести, скажем так, агрессоры в данном конфликте, в данной войне. Что касается белорусов, то определенная степень ответственности лежит и на белорусском народе. В силу того, что источником власти по Конституции является белорусский народ. И в силу вот этой вот связки и осознания, да, этой ответственности за действия своего политического режима, который существует, за действия чиновников, которые втянули Беларусь в эту войну. И по большому счету непризнание, да, там, какой-то неспособности и несубъектности Беларуси в данной войне противостоять агрессору, она подтверждает и такую, скажем так, совокупную, да, ответственность белорусского народа за это вторжение и за участие белорусского государства в этой войне. В принципе, у меня все, если говорить о позициях. Угу. Все, Дмитрий, благодарю. И дальше у нас по списку тот же вопрос Александру Косковскому. Как можно оценить роль Беларуси и белорусов в войне за год? Ну, я думаю, в процессе, я надеюсь, мы все будем в том числе друг другу планировать, дополнять, подтверждать, задавать вопросы, чтобы все это было в любом формате. Ну, я, по-перше, причаплюся до питання, тому что роль Беларуси, и бачите, одразу ось про коллективную вину и так далее. Я бы все ж таки тут проводил мяжу помеж режимом и народом. Мне вот не сподобалось широко, что вчера там Бухарестская девятка прямая резолюцию и так само осуждая Беларусь там за допомогу российской агрессии. А лишь Беларусь, пробачьте, это ж и полк Калиновская, який воюет в Украине. Это и Светлана Тихановская, и иншие демократичные силы. Тому, мне здається, тут важно все ж таки тонко и дифференцированно подходить до этих формулировок. Так вот, коли казать про роль белорусского режима, то тут, мне здається, нема про что спрачаться. Это и квалифицировала так международная супольность, и оно бачно неузброєним воком, что режим стал с первого дня соудельником этой агрессии, потому что менавіта с белорусского кірунку был нанесен, видать, поводле задумы, такий вирашальный удар, який был повинен скончиться узяттям Киева, и за три дні этот бліцкриг повинен был завершиться. Ну, іншая речь, что это так званая другая армія світу отримала там по зубах і протягує отримлювати, сорвався гэтий бліцкриг. Але роля гэта неприглядная, ось гэты ярлык суагресора, і он прилеплений на мертве, як би не старався тепер Олександр Лукашенко ось упліщиться у амплуа миротворці. Ми ведаємо, що він днями збирав велику прес-конференцію, навіть Джо Байдена запросив у Білорусь, правда, замест Байдена прилетел абхазский проводыр Бжания, так что тут в этом плане великая фиаско. Ну, але видовольство, что Лукашенко в этой роли некомфортно. И треба отдать належное, что навод у этой вось форс-мажорной ситуации проводыр белорусского режима демонструя просто такие дивосы лавирования, ну, як ни одной чи в своей истории. И во всяким разе на сегодняшний день ему удалось открутиться от отправки своих войсков на войну. Яким чином, я думаю, что мы еще отказываючи на іншие питания до этой темы вернемся, але факт есть факт. Что тычется белорусов, то коли коротко казать, яны черговый раз показали себе антивоенной нацией. Опытания вообще показывают, что нават значная частка прихильников Лукашенки
так званых «я-батик», так само супраць отправки белорусских войсков у войну. Іншая речь, что, кладучи руку на сердце, еще ж таки довольно значная частка белорусов, там по разных опытаниях 30-35%, ці нават болей, яны еще ж таки симпатизуют России. И тут, конечно, разбуральный уплыв российской пропаганды дае про себе ведать. Але вот такая у целом антивоенная позиция белорусов, она, я думаю, шмат у чем и тримая у рамках Лукашенко и примушая его так само руками и ногами отбиваться от того, как уже зусім с ушами, с головой у эту кров, у эту бруд улезти. Накольки ему пошентить отбиваться ранее, ну, побачим. Тут великое питание до того, накольки рациональный Путин. Во всяком разе, я думаю, что до 24 лютого минулого года многие аналитики ступень его рациональности перебольшивали. Еще, каб не перебирать час, одним штрихом скажу, что Лукашенко нават умудрился пэўныя зняць дивиденды, гэта дивиденды со статусу адзінага хаўруснікі Росіі. Ён атрымаў там і танны газ на 3 гады, ён атрымаў і преференции для своих нафтаперапрацоўчых заводов. Калі был танны газ на 3 гады, увесь час они біліся под Новый год и не могли усталяваць эту справедливую цану. Ён атрымаў адтэрміноўку по кредитах, 105 мільярдаў российских рублёў на программы импортозамещения. Ён нават штурмовики Су-25 готовы выраблять у Беларуси. Один сегодня, до речи, разбился российский. Вось, так что ён у пэўнай ступени нават собрал вершки из этой ситуации. Іншая речь, что это, конечно, коштам еще большей привязки белорусской экономики, а значит и политики до России. Покуль я на этом скончу свой спич, каб не перебирать час. Дякую, великий господар Александр. Ну, то, відповідно, і до Євгена теж питання ролі Білорусі та білорусів. Вітаю, колеги. В такій авторитетній аудиторії дуже складно сказати щось оригінальне, але я спробую. Я б сказав, що Білорусь в російсько-українській війні перебуває на лаві запасних, і це добре. Але вона намагається всіляко показати, що готова вийти на поле. Тобто, ну, я не буду захоплюватись футбольними аналогіями, тому що все-таки, коли говорять гармати, то якось не дуже цікаво дивитися на спортивні змагання, незалежно, де вони проходять, чи чемпіонат світу був в Росії, чи зараз був у Катарі. Наприкінці 2022 року. Але те, що до Білорусі прикута найбільша увага, як до плацдарму здійснення агресії рік тому, так і до можливого повторення такої агресії, це факт. Ну, Олександр Лукашенко себе показав, я думаю, достатньо однозначно. Він співучасник агресії, тут дійсно, я згоден з паном Олександром, немає про що сперечатися. І людина, яка політичне майбутнє якої, як на мене, залежить від результатів російсько-української війни. Я не думаю, що це, що завершенням російсько-української війни стане тією чи іншою мірою інтервенція Збройних сил України на територію Білорусі. Я дуже сподіваюся, що білоруська армія не стане учасницею армії вторгнення. І я думаю, що ситуація буде такою, що ми на сьогоднішній момент переживаємо надзвичайно, ну, як на мене, надзвичайно цікаву ситуацію. Тому що, за моїми спостереженнями, війна, ну, як широкомасштабна агресія України, даруйте, широкомасштабна агресія Росії прискорила процес формування української політичної нації. І внаслідок цього прискорено процес формування і
білоруською політичною нацією. Це різні процеси. Їх об'єднує той факт, що це пострадянські республіки, що це, можливо, і найпізніші процеси формування політичної нації в нашому регіоні. Але це показує нашу залежність і, як на мене, повинно показувати нашу незацікавленість у тому, щоб Білорусь ставала учасницею, безпосередньою учасницею цієї війни. Ну, скажімо так, щоб було ухвалено офіційне рішення про участь білоруської армії в силах російського вторгнення. Це на сьогоднішній момент абсолютно не відповідає, на мою думку, ані українським інтересам, ані інтересам більшості громадян Білорусі, незалежно від того, де вони знаходяться. Для мене особисто, і сподіваюся, для низки українців, стало відкриттям те, що люди, які живуть за межами Білорусі, можуть достатньо активно підтримувати Україну. І це не лише про Пол Калиновського, але про тих людей, які донатять на Збройні Сили України, які волонтерять. А люди, які всередині Білорусі, ну, вони з об'єктивних причин не можуть це робити. Дякую. Дуже дякую, Євген. Ну і last but not least, Сяна Шукевич. Рад впервые видеть на F5-0-тистском клубе. И, конечно, жестоко ставить ситуацию, отвечать на такие вопросы после всех уже спикеров. Всегда последним сложнее что-то добавлять. Но я надеюсь, вы хорошо справитесь, так что прошу. Здравствуйте, Вадим. Спасибо большое за приглашение. Да, действительно, наверное, мои коллеги сказали, произнесли уже главные мысли, что я могу добавить. Действительно, если мы говорим о Белоруссии, о роли Белоруссии в войне за прошедший год, очень важно отделять режим от простых белорусов. С режимом все понятно. Из-за него Беларусь стала агрессором, страна зависит от Путина, и от этих токсичных отношений, соответственно, зависит и очень многое в данной ситуации. И также мы можем разделить сторонников власти и сторонников протестов. Согласно опросам, в обществе сейчас есть поляризация, и если мы опираемся на те же опросы, мы можем увидеть, что сторонники протестной части общества, они не поддерживают войну. Уже за первые недели войны тысячи белорусов сливали информацию о перемещении российских войск. Десятки устраивали акты саботажа на железной дороге. И если мы говорим об этой части общества, то, учитывая контекст 2020 года, учитывая уровень репрессий, который сейчас сохраняется в стране, уровень страха, мне кажется, это довольно такой большой показатель участия белорусов и сопротивления белорусов той войне, которая происходит в Украине. Можем вспомнить и демонстративную стрельбу по ногам при задержании рельсовых партизан, и то, что режим решил ввести в законодательство смертную казнь даже за попытку терроризма. И вот эти самые двузначные и страшные сроки всем тем, кто был причастен к этой рельсовой войне. И несмотря на это, белорусы все равно продолжают помогать украинцам, несмотря на какие-то комментарии в социальных сетях от украинцев о том, что какая-то вот эта помощь и сопротивление их недостаточно, все равно идет и помощь ВСУ, и высказывания в поддержку. Наши добровольцы сотнями воюют в Украине, поэтому здесь, мне кажется, все достаточно понятно. Что, если говорить о той части общества, которая поддерживает Лукашенко, ну, мы помним, что это в основном люди пожилого возраста, с не очень большим доходом, они живут в небольших городах, и мне кажется, что сейчас Лукашенко как раз апеллирует к ним, к таким глубоко консервативным взглядам, и пытается получить их поддержку, убедить в том, что вот он является таким миротворцем, тем человеком, который все-таки не допустил участия страны в войне, и получается такая парадоксальная ситуация, когда, в принципе, наша страна виновата во многих смертях, которые случились в Украине, но вот для своей аудитории Лукашенко продолжает играть таким образом. Наверное, у меня все. Спасибо. Да, Татьяна, спасибо. Вот так мы обрисовали
базовую ситуацию. И отдельно спасибо, да, что в конце упомянули вот в том числе и про добровольцев, и про фотографии в русском ГАИ. Ну, вот это все. Да, даже странно, что пока до сих пор это не прозвучало. Ну, на фоне всего этого, понимая то, с чем, в какой ситуации мы находимся, хотелось бы тогда поговорить о стратегиях. И здесь, я думаю, у многих будет что сказать. Потому что, несмотря на то, что вроде казалось бы, эта ситуация находится в фокусе внимания. Сколько фокуса внимания Украине везде в мире тут очевидно. Сейчас, по-моему, Евген говорил о том, что и на Беларусь, как на прошлую, возможно, будущую площадку агрессии, тоже более чем направлено внимание. И несмотря вот на все это внимание, казалось бы, до сих пор мы оказываемся в ситуации, где все, ну, мягко скажем, неоднозначно в том, а есть ли вообще стратегии у Киева, у Минска, у политических оппонентов Лукашенко. Есть ли эти стратегии по отношению вообще друг к другу? Потому что даже если они уже вызывают вопросы, и если есть, то в чем вообще стратегии заключаются и насколько они успешны? Потому что кажется, что кто-то что-то, очевидно, пытается делать. Мы видим очень часто разнонаправленные действия. Но интересно представить, как нас именно тут видится. Есть ли эти стратегии? И если вообще они есть, то тогда какие и насколько чего нас здесь удается? И тогда попрошу в том же порядке Дмитро, тем более, что Дмитро тут тот случай, когда можешь не только анализировать, но и после, прямо скажем, получившей противоречивую известность этой организационной игры в Румынии, не только может анализировать стратегии, но, в общем, и является в некотором смысле вектором, как минимум, некоторых элементов таких стратегий. Так что тем ценнее буду слышать ваше мнение. Спасибо. Что касается стратегии, то отсутствие стратегии, это тоже может быть стратегией. Поэтому, собственно говоря, говорить, что у Украины нет стратегии по Беларуси, я бы, наверное, не сегодня так не говорил, потому что так или иначе, осознавая вот, активное участие Беларуси, заключается в том, чтобы максимально сдержать возможные акты агрессии с территории Беларуси. Исходя из этого, из этой стратегической задания с Беларусью, с белорусской оппозицией, с добровольцами, которые воюют, с волонтерами, которые помогают белорусским. Но в то же время Украина не может различать эти субъекты отдельно, потому что тогда встает логичный вопрос. А кого мы считаем белорусами? Тех, кто выехал, и страдают молча за как бы, то, что не удалось сделать в 2020 году, как-то изменить режим. Кто из них более белорусский? И ну, нужно искать тогда ответы на этот вопрос. Поэтому, когда мы говорим о том, что я говорю, я буду говорить за себя сейчас, о том, что мы выступаем за солидарную ответственность белорусов за участие в этой войне, то мы говорим о том, что да, есть Дмитрий, очень плохой интернет, соединение. Можете, может быть, выключить страны, камеру, чтобы была лучше хотя бы голос? Часть страны, часть этого. Да, Дмитрий, прошу прощения. Может быть, давайте хотя бы без камеры голосом попробуем, потому что очень сложно еще раз следить за мыслью. Да. Давайте сейчас. Угу. Так лучше. Да, да, так лучше, просто, видимо, что не очень у вас на связи сейчас, поэтому давайте просто хотя бы услышим ваши мысли, потому что это ведь очень важно. Я понял. На чем ну, потерялась мысль? Ну, вот я про коллективную отказность. Про коллективную да. отказность. Да. Что касается коллективной ответственности, то есть для нас вот эта коллективная или солидарная ответственность белорусского народа, это является базовым, да, элементом сшивания Беларуси как государства и белорусского народа, который
нет, ну, не может быть, да, там, в едином порыве и быть одинаков во всем, во взглядах, в политических, в экономических и прочее. И да, есть части белорусского народа, которые поддерживают агрессию, а есть те, кто не поддерживают. Но это часть этого единого целого и государства, и народа. И если мы начнем, опять же, вырывать какие-то куски и говорить, а вот этих мы белорусами не считаем, то мы будем работать на то, чтобы в Беларусь прошла через гражданскую войну. А наша задача не допустить, повторюсь, агрессии с Беларуси, с одной стороны, а с другой стороны, внутреннего белорусского конфликта, который возможен по итогам возвращения, да, потому что сегодня все прекрасно понимают, что режим сам по себе не уйдет, и есть два пути. Либо это военный путь, а это гражданская война в Беларуси. И есть путь второй, да, выдавливание режима через санкции, через давление там, политическое на режим, для того, чтобы он либерализовался, и для того, чтобы появились условия для возвращения белорусов. В этом суть украинской стратегии, да, по крайней мере, того, о чем говорю я, и то, что мы с нашим центром пытаемся делать в белорусском политическом поле, да. Мы хотим, чтобы Беларусь наконец-то стала какой-то снова единой. Мы хотим понимать, какие группы в этой единой Беларуси существуют, с какими группами и какие группы могут разделять с нами наши ценности, наши интересы, да, найти общее и включиться в работу с ними, не допуская ни гражданских конфликтов, не допуская агрессии с территории Украины, потому что все прекрасно понимают, что если полк Калиновского и будет заходить, то он будет заходить со стороны Украины. Это уже будет агрессия со стороны Украины против Беларуси. Потому что, опять же, вы часть этого государства. И там, на наших штыках заходить, да, или на штыках полка, достаточно, ну, такое, очень, с точки зрения международного права, о котором мы говорим сегодня, из-за которой мы умираем и гибнут, да, там, украинцы, то нарушать его ради этого, ну, не имеет смысла тогда. Мы теряем смысл своего противостояния, за что мы боремся. Если мы боремся за международное право, тогда Украина не имеет права запускать со своей территории какие-то агрессивные, скажем так, группы или там действия в отношении государства Беларусь. И вот в этой вилке, и морально-этической, и международной, да, такой вот, мы вынуждены выстраивать свою стратегию. И поэтому вот проект, который мы ведем с центром, он и дальше будет стараться объединить белорусов. И с другой стороны, да, ведь вот это вот отталкивание части белорусов, которые сегодня вынуждены выехать из страны, от того, что нет, мы не отвечаем за действия режима, нет, мы не отвечаем за это. Для нас впоследствии это означает, что эти белорусы, они не поняли, к чему привела, да, вот эта вот позиция постоянного неучастия, незамечания проблем, которые есть и существуют. А проблема отношений между к белорусам самим в Украине. Мы не можем заставить всех людей, которые пострадали в результате агрессии с территории Беларуси, любить этих людей, полюбить там оппозицию, которая помогает. Что касается стратегические там полка Калиновского, Гаюна и все и прочих проектов, которые сегодня помогают, да, или как-то воюют на территории Украины. Так вот, я хочу отметить, что они позиционируются как все-таки подразделение ЗСУ. И воюют они под украинским флагом. Поэтому
Поэтому здесь тоже мы их не рассматриваем уже как исключительно белорусов. Да? Мы рассматриваем их уже как побратимов, как людей, которые разделяют с нами все тяготы этой войны. Это уже части нашего, да, то есть да, они там белорусского происхождения. И да, мы будем с ними как бы как-то дальше строить и выстраивать отношения, потому что мы понимаем, что именно эти люди пришли к нам, потому что они не принимают ни позицию Лукашенко в этой войне, и ни позицию Беларуси в этой войне. И они готовы за это сражаться и умирать. Точно так же, как они готовы сражаться с Российской Федерацией. И вот это вот артикулирование на том, что для нас не важно, да, сегодня как бы режим Лукашенко, будет он или не будет его. Это проблема не наша, не украинская, это проблема белорусов. Для нас важно, чтобы белорусы воевали с Россией рядом с нами. И те, которые находятся за границей, и те, которые воюют в полке ЗСУ, и те, которые находятся на территории Беларуси. Потому что, да, были эти рельсовые партизаны, но они были. Мы сегодня этого не видим. Это была одна группа, которая успела, да, навредить в самый там тяжелый момент каким-то образом. Которую, да, их там мучают, пытают, она пострадала. Но это одна группа, это не система. Да, есть Гаюн, который работает как система получения информации с территории Беларуси. Но, опять же, тот же самый Гаюн в определенных ситуациях выступает и как угроза с точки зрения там наших двусторонних отношений, да, потому что постоянные там какие-то претензии на то, на признание там Тихановской, то, что сказал, то есть они иногда и подливают масло в огонь и так сложных отношений украинцев и белорусов. И мы на это обращаем внимание очень четко, где что происходит и кто что говорит. Кто какие, поднимает там проблемы, как эта история с переводами, да, там выступление Байдена. Ну, казалось бы, телеканалы у нас тоже не совсем там независимые, но есть как бы базовые источники, которые там работают и которые должны были бы, конечно, это сделать. Но они на этом не сакцентировали внимание. Ну, смотрите, давайте, может быть, не будем выдаваться в детали с тем, как какие телеканалы, когда перевели там выступление Байдена. Кажется, в частности, в целом оппозицию услышали. Мне самому, конечно, много хочется, могло бы отреагировать, но я думаю, что зараз я слово Александра, только Александр так само и адресовать сможет. Ну, и, певно, относно так само стратегии, закрытие питания, стратегию и Минска, и оппонента Лукашенко. Так, намного хотелось бы отреагировать и заперечить пану Громакову, але я все ж таки буду притримливаться вот того питания, которое мы обмерковываем, хотя дозволю себе несколько ремарок. По-перше, чисто фактологичные недокладности. Ни одна была группа рейковых партизанов, их было несколько в разных регионах, меркуючи по всем, они были не связаны помеж собой. Что тычется того, что теперь нема, ведайте, это атмосфера террору. Такая ж амаль, что як у оккупованных областях Украины. Там так само, как я разумею, не выйдешь на митинги, и все это жорстко переследуется. Что тычется... Херсон, который выходил в первые дни на митинги, пока их просто не стали убивать там. Не сажать, Беларуси так само в 20-м годе калечили и забивали, и катавали людей. Тому просто в Украине, может, не ведают в масштабах этой трагедии белорусской. Добро, але не будем тут удаваться в полемику. Одну реплику я еще себе дозволю. Коли вы кажете, что Украине еще одно, те будет тут Лукашенко, те нет, то это, мне сдается, так само велизарная помылка, потому что покуль тут будет во владе Лукашенко, будет висеть дамоклов меч над Украиной. И это треба тримать у голове, и про это треба думать. Можно было бы поспрачаться и на принципу коллективной отказности, и меня
не дивить намер неяк сшить белорусское громадство у одно целое, как позбегнуть громадянской войны. Фактично, она уже иде. Режим Лукашенко обвестил эту войну своему народу. И он душит, изнищая наилепшую, вытеская в эмиграцию самую просунутую и демократичную частку этого народа. И коли не бачить перспектив у тем, как наладживать контакты с этой часткой, с этими людьми, которые будут завтра робить будущее Беларуси, то это так само недальнобачная позиция. При том, что я разумею, вы же задали сегодня не допустить другого фронту. И для этого Киев, как я бачу, веде певную такую у речище реал-политик, гульню с официальным Минском. И Лукашенко это злил, когда сказал там про пакт, про об ненападе и так далее. Ну и мы же ведаем, что были спробы лоббирования, как Беларусь не включали у пакеты санкций Евразвязу и так далее. Але я уже трошки перескочил, я по парадку еще ж почну отказывать на это питание. Про то, эти есть стратегии у Лукашенко, у Киева. Я, бачите, про Киев начал говорить, потому что были такие вот тезы, которые примусили у дискуссию вступить, наиперш по их. Але что тычется Лукашенко, вот глядите. Ну, он николи не был стратегом. Это майстер, я бы сказал, навод, гроссмайстер лавирования. И сегодня он как раз спробуя. Ну, что тычется своих политических оппонентов, он просто их кошмарит и плюс демонизует, використовывая той же полк Калиновского, что вот экстремисты, бандиты, эти кривожерные, зойдут на наш островок стабильности и тут учинят погром. Что тычется дочинения с Киевом, видовочно, это секрет полишинеля, что иснуе некая потаемная дипломатия, и мы ведаем, что не зачиняется амбассада в Минску, я думаю, не деля того там, шановный пан амбассадор Кизим находится, как его оплевывали белорусские пропагандисты, что они регулярно робят, напевно, и есть некая иншая все ж таки миссия. И Лукашенко, на мой погляд, достаточно удало веде эту гульню. Мы бачим, что Киев, во всяком разе, дьмухая на воду. Я уже перехожу до стратегии Киева. Зрозумело, что, я еще раз подкреслю, звыш задача – это не допустить другого фронту. И для этого уже абсолютно не каштовностная идея политика. Хотя тут снова мы бачим суперечность. У дочинении до Захода Киев закликает, что давайте памятать про демократичные каштовности. Коли говорка про Беларусь, давайте гулять с диктатором Лукашенком, потому что нам головное, как отсюда не было нового удару. А Тихановская, она там в 20-м годе, нечто не то я сказала про Крым. Ну, это уже смеху варто, пробачьте, потому что был 20-й год, иншая ситуация, это были протесты. Была иншая Тихановская, тут же нема чего утоивать, она саправды от хатней господыни узнялася до узровню политика, якого там и в Штатах, и в Брюсселе, и всюды примают. Это велизарная эволюция. Тому это вообще, ну, отмазки, они, мягко кажучи, абсолютно несерьезные. Подсумовывающе хочу сказать, что зразумелая вот эта политика Киева, але казать, что это дальнобачная стратегия, я не стал. Ну и нарешті два слова, как не шмат займать часу, что тычется стратегии противников Лукашенко. Ну, найперш, это сегодня сапраўды политичная эмиграция, это замежные штабы, потому что ніякая оппозиционная политика внутри Беларуси на сегодня немагчимая. И у гэтым драма замежных штабов, потому что они не мают ніяких мощных вагаров уплыву на ситуацию внутри краины. Яны распрацоўваюць, калі можна, я удакладню, меў маці менавіта стратэгію адносна дзеяння адносна Украіны. Вось гэта вось кантакт без час працягнутую руку, на якую не даюць адказу. Вось хутчэй на гэта, бо пра стратэгію дымсілу адносна Беларусі тут асобнае вялікае пэўна пытанне. Так. Так, так, так. Я згодны. Але одно с другим связано, потому что мы ж бачим, что Киев кажа, вы ж не уплываете на ситуацию в Беларуси, чому мы с вами мусим размовлять. А при гэтым мы бачим, что отдается перавага, даются некие такие политичные преференции полку Калиновской. Это так само момент некой гульни, потому что там так, яны добрые ваяры, я б нават болей сказал, яны
у пэўнай ступені выратоўваюць на полі боя коштам сваёй крыві гонар Беларусі ў гэтай сітуацыі, калі многія сапраўды адказваюць ад гэту калектыўную адказнасць адчуваюць і многім сорамна недзе называцца беларусамі пасля 24 лютага прошлага мінулага года. Ну, але гэта ўжо асобнае пытанне. Але ж глядзіце, добрыя ваяры, я маю на ўвазе полк Каліноўскага, гэта не заўжды добрыя палітыкі. І летась яны там пратрубілі, што вось нас ужо там адзінымі легітымнымі прызнала Вярхоўная Рада, хоць калі пачынаеш разбірацца, гэта сустрэча з некалькімі апазіцыйнымі дэпутатамі Вярхоўнай Рады. Ну, але вось трошкі кружыцца галава і з'яўляюцца палітычныя амбіцыі, і мы бачым, што на гэтай глебе апазіцыйны патрыярх Зянон Пазняк згуляў у сваю гульню і даволі ўдала трэба аддаць належнае. Ён там у Бахмуце засвяціўся ў бронекамізэльцы, ў касцы, і цяпер ужо де-факта ён спрабуе стварыць у альянсе ў Хаўрусі з палком Каліноўскага альтэрнатыўны палітычны цэнтр. Рада бяспекі, ні многа, ні мала. Гучыць гучна, гучыць так салідна, але насамрэч я маю засцярогу, што гэта можа толькі узмацніць раскол у апазіцыі, узмацніць канкурэнцыю паміж рознымі цэнтрамі, у выніку ў Кіеве зноў развядуць рукамі і скажуць, ну вы ж паміж сабой разбярыцеся, хто ў вас галоўны, а тады мы будзем думаць, з кім мець справу. На гэтым я пакуль што скончу, каб не перабіраць час. Дзяк, спадар Александр. Вось тады, мне дарэчы, спадабалася зараз параўнанне па тое, што, Дмітро казав, адносна таго, што акурат Украіна не хацела б паглыбляць раскол, наадварот, хоча шываць. Ну і прыгадам так, фактычна, той факт, што, напрыклад, яшчэ ў, як кажу, і так непросты беларускі лагер, зараз яшчэ ўсе тыя ўключэнні пазнікае, гэта ўсё, ну, не падобна, што гэта, як кажучы, шывае, хоча і наадварот. Ну, добра, пан Евген, те ж саме запытання адносна стратэгіі. Дякую. Ну, щодо стратегії, то якщо ми говоримо про спільну стратегію, то я можу лише повторити свою ще осінню тезу, що нас чекає дорога в 1000 кроків, майже по довжині нашого кордону. І, на жаль, за останні тижні навіть цей шлях не зменшився, а збільшився. Тобто вже не 1000, а мабуть 1084, як офіційна довжина кордону. Ну, такі мої внутрішні відчуття на сьогоднішній момент. Я не буду зупинятися на деталях, але я думаю, вони відомі всім, бо тут зібралися люди, які стежать за цією ситуацією. В чому, на мою думку, особливість? В тому, що є з одного боку Україна, і у України, відверто кажучи, проблеми з формуванням стратегічного ставлення до сусідів в цілому. Ну, такими є реалії нашого життя. Мені це прикро визнавати, але це на сьогоднішній момент, на жаль, присутнє. Тобто білоруси в цьому випадку не виняток. І, відповідно, ми зараз, ну, відповідаємо як держава за те, що за невивчені уроки. Мені, як викладачеві, ці речі достатньо добре зрозумілі. З іншого боку, в білоруському середовищі, я оберу такий вислів, спостерігається щонайменше три центросили стосовно України позиціонування. Лукашенко, який може з одного боку розповідати про свої поради Володі Зеленському і переповідати наративи російської пропаганди. А з іншого боку, може говорити, ну, як же ви без мене будете домовлятися. І я думаю, що все-таки Лукашенко, ми його визнаємо як політичного актора, саме як політичного актора, я думаю, що тут ніяких сумнівів бути не може. Ми, я в даному випадку кажу нас всіх тут присутніх, а не українську державу. Я, на щастя, не можу говорити від імені української держави, і це мені дає певний, так би мовити, простір для думок. Лукашенко грає на політичне виживання. І щоб, як то кажуть, двічі не вставати, а Україна бореться за своє виживання як держави. І той, хто в цьому має сумніви, той має згадати Бучу,
Маріуполь, Ізюм і багато чого, чого ми, можливо, ще не знаємо. Тобто людина-ненависницька ідеологія Росії, вона щодо України присутня. Я можу подискутувати заочно, ну не заочно, а подискутувати з Дмитром, що ми хочемо, щоб білоруси воювали проти росіян. Крім тих, хто добровільно вступає до лав ЗСУ, я думаю, що це з цим будуть суттєві проблеми. Далі. Є Світлана Тихановська, у якої є, на мою думку, стратегія конвертації визнання Заходом у побудову відносин з Україною. На сьогоднішній момент реалізувати її не виходить. З незалежних від пані Тихановської причини. Тобто, ну, там можна говорити, старається, не старається. Ну, я не думаю, що це правильний підхід і правильний опис ситуації. Там, це ж, зрештою, не спорт і не танці, правда? Тобто, політика – це мистецтво можливо. І є полк Калиновського, який намагається конвертувати військову участь у захисті України також у власні політичні перспективи. Я пану Олександру просто поділюсь власним спостереженням. Я вважаю, що Ігор Кизим залишається у Мінську не тому, що він мазохіст. Я вважаю, що він залишається в Мінську щонайменше з двох причин. Через територію Білорусі повертаються в Україну люди, яких війна викинула за межі України. І друга причина – через Білорусь проводиться обмін полоненими з Росією. Це теж достатньо відомий факт. Мені здається, ну, цих двох аргументів щодо збереження дипломатичних відносин на такому рівні жевріння, тобто трохи вище нуля, цього достатньо. Тому ми всі на сьогоднішній момент заручники того, що ситуація буде розвиватися насамперед на полі бою. І від цього буде залежати багато в чому. Тобто, наприклад, поразка Росії, як на мене, може спричинити санкційний тиск на Білорусь і її сусідів, який ми бачимо, ну, частково зараз у виконанні Польщі і Литви. І тоді ситуація буде змінюватися. Але попри це, ми все одно не уникнемо розмов, відвертих розмов і інвентаризації обопільних претензій між українцями і білорусами. І я за те, щоб говорити в першу чергу з людьми, які на сьогоднішній момент не перебувають на території. Чому? Тому що багатьом громадянам Білорусі, які перебувають в Білорусі, просто фізично страшно говорити певні речі. І я не стану їх за це засуджувати після всього, що ми дізналися про Крєстіна і інші подібні речі. Дякую. Дякую, Євген. Ну що, наконец, опять в конце словоточения, и поэтому предлагаю на вот на этот вопрос, сейчас на второй вопрос в конце словоточения, а потом сразу уточнение слова на том и на следующий вопрос, и вспомним про белорусский алфавит, и Татьяна Ашкевич, коли по-белоруску, тогда я аккурат первая по алфавите. Тому Татьяна Криласка, спочатку опошнее слово по другим питаниям, и потом одразу интервью до третьего. Спасибо, Вадим. Да, наверное, про стратегию уже с большего все сказали. Я бы хотела только ответить Дмитрию. Коротко пройдусь по пунктам, которые меня немного задели. Дмитрий говорил, что белорусы считают, что они не отвечают за действия режима. И мне кажется, действительно странно перекладывать, я имею в виду протестную часть белорусов, действительно странно перекладывать на них вину и странно ожидать, что белорусы, которые протестовали и сейчас выступают против войны, будут говорить, да, мы в этом виноваты. Но это не лишает их ответственности, и белорусы не снимают ее с себя, потому что если бы это было так, мы бы не видели столько такого количества донатов, такого количества поддержки, и уж тем более наши добровольцы не воевали бы рядом, я напомню, сотнями. Второе, Дмитрий говорил, что сейчас нет активности. Мне кажется, когда
Это так, ее действительно, если она есть, то ее мало, но если мы вот так будем бросаться словами, мы просто отрицаем весь бэкграунд, весь опыт 2020 года и все последствия, которые сейчас есть. Я просто не слышу, что это как-то берется в учет. И еще нужно учитывать, что кроме страха и кроме репрессий, большая часть белорусов из-за тех же репрессий находится сейчас за рубежом. И от кого можно ожидать каких-то активных действий, тем более вот после этих огромных сроков, которые были присуждены людям, которые переходили к силовому сценарию, ну, я не знаю, чего после этого можно ожидать. И третье, вы говорите, что вам все равно, будет Лукашенко или нет. Кроме того, что, как уже обозначил Александр, действительно Лукашенко – это угроза для самой Украины, мне кажется, белорусам, которые сражаются за Украину и помогают, очень странно было бы это слышать, поскольку при таких заявлениях подразумевается, что белорусы что-то должны просто делать по дефолту. Вот ракеты летят с территории Беларуси, значит, мы объединяем всех под одну гребенку, и каждый что-то должен. Но я не представляю, как белорусам, которые выходили на протесты, которые сейчас находятся в тюрьмах, огромное число из них, или кто находится за рубежом и лишились вообще родины на неизвестный срок, как им слышать все это? И почему вот эти белорусы, которые и так слышат очень много критических комментариев в свой адрес, просто как они должны быть готовы что-то делать больше, если они и так донатят, если они сражаются, мне просто не особо это понятно. Что касается стратегии, наверное, здесь, в принципе, все понятно в отношениях Лукашенко и Зеленского. Лукашенко сейчас пытается проскочить и быть каким-то, попытаться быть кем-то вроде миротворца, занимать роль, которую он очень любит занимать, вот этого человека, переговорщика, который и нашим, и вашим. Можно даже вспомнить, как он очень сильно критиковал Зеленского и там чуть ли не оскорблял его, сейчас он даже называет его там нежно Володя, и это как бы подчеркивает, как он меняет свою риторику. При этом позиция официального Киева для меня так и остается не совсем понятной, почему до сих пор есть убеждение, что, в принципе, с Лукашенко можно о чем-то договориться, с человеком, который столько раз менял свои показания, столько раз отказывался от своих слов и уж точно сейчас не обладает какой-то независимостью в военном плане. Я имею в виду внешнеполитическую повестку, не внутреннюю. Внутри страны, конечно, он контролирует репрессии и все остальное. Также мне, наверное, понятно, почему Киев ведет какую-то более активный разговор с полком Сиакалиновского, с людьми, которые находятся ближе, которые воюют. Но при этом, мне кажется, здесь стоит и Киеву понимать, что добровольцы не имеют политического веса, и белорусы, в принципе, не выбирали их как своих представителей, хотя мы слышали и такие заявления от самих добровольцев. Все-таки политический вес есть прежде всего у Тихановской. Тихановская есть, ну, легитимность, если ее можно так назвать. И поэтому, да, в том числе белорусы говорили о том, что многие белорусы говорили о том, что военные должны воевать, а не там, принимать участие в какой-то политике. Поэтому мне кажется, что и от признания Тихановской Киевом ничего бы не изменилось, потому что Лукашенко принимает решение по военным вопросам, не эмоционально. Он же прекрасно понимает, как белорусское общество, насколько оно не поддерживает войну, он берет в учет отношения с Путиным, и уж точно это не тот вопрос, который мог бы повлиять на его решение. У меня, наверное, все. Да, Тём, спасибо. Я бы хотел, если можно, еще вот чуть-чуть сфокусироваться, в том числе, на стратегиях оппонентов Лукашенко, потому что, мне кажется, мы вот чаще там вспоминаем в том числе про стратегию Киева, какие с ним проблемы. Ну, иногда, может быть, да, там полезно и, в том смысле, самокритичней вспомнить про свои стратегии. Вот, у меня, например, всегда есть сомнения насчет того, вот эта бесконечная, правда, стратегия протянутой руки, когда вот бесконечно, давайте все, если мы будем говорить там приятные слова о Киеве, даже если Киев будет нас игнорировать. Вот, насколько стратегия оправдана? То есть, насколько, как вам кажется, насколько Тихановской и другим политическим силам, насколько стоит публично вот так продолжать настаивать на каких-то там контактах с Киевом? Или, может быть, надо просто, не знаю, прекратить, сказать, что окей, мы Украину поддерживаем в войне, да, но у них вот такая позиция, но с ним не согласны, ну и ладно, поддерживать все равно будем. Как вам кажется, что здесь было бы, может быть, лучше?
Нет, мне кажется, что как раз, если мы говорим о Тихановской кабинете, это очень правильная позиция. И я объясню, почему. Почему есть вопрос к полку Костуся Кальновского как политической силе? Потому что они показали, что у них как будто сейчас, если есть способность договариваться, то она хромает. То есть мы видели какие-то ссоры, разногласия и с Байсолом, и с самим кабинетом. И это, конечно, вызывает вопросы к ним как к людям, которые, в принципе, умеют налаживать какие-то политические контакты. Со стороны Тихановской я бы не назвала это какой-то стратегией протянутой руки. Мне кажется, в ситуации, когда есть соседняя страна, есть политики, которые так сражаются, так смело сражаются с российской агрессией. Я даже не могу представить, кто из нормальных западных политиков просто пошел бы на что-то другое и не налаживал бы контакты. То есть, мне кажется, сейчас все понимают, почему и Зеленский пытается, вот так, к этой позиции есть много вопросов, но почему Зеленский пытается наладить какой-то диалог с Лукашенко, чтобы там не допустить участия в войне и все подобное. У Тихановской нет каких-то весомых таких вещей, да, которые она, идеи, не знаю, которые она могла бы, нет, скорее идеи как раз есть, но чего-то ощутимого, что она бы могла предложить Зеленскому, кроме предложения о переговорах, кроме вот этой настойчивой, выжидательной позиции. У нее нет ни оружия, у нее нет ни территории, она все же не руководит никакими военными. И в таком случае что остается? Это настойчивое, вот это продавливание своей позиции, подчеркивание, почему демократическая Беларусь, почему демократические представители демократических сил гораздо полезнее Киеву, официальному Киеву, чем Лукашенко и разговоры с ним. Можно маленький вопрос? Я прошу прощения, Вадим. Да, Дмитрий, да, если хочется, если еще по второму вопросу, давай, если не коротко. Ну, да. Вот хотелось бы услышать все-таки белорусскую стратегию по Украине. Не оценку украинской стратегии, а именно белорусскую стратегию в отношении Украины. Вот кто-нибудь там, Александр или Татьяна, могут все-таки дать, как они видят Украину? Сейчас, как они видят Украину или как они видят стратегию белорусских демократических сил по Украине? Как они видят стратегию белорусских демократических сил по Украине? Да, ага, так что в конце сказали, как видят Украину, я, например, вот со своей стороны точно не готов и не думаю, что мне надо говорить, как я вижу в будущем Украину, Татьяна Украины. Вот. Ну, нет, мне кажется, Татьяна сейчас... Нет, мы говорим о стратегии относительно друга, поэтому... Ну, Татьяна только что, кажется, об этом вполне говорила. Может быть, Александр, Максим, вам есть что тут додать относно стратегии? Вы у меня бачится, что робить демократичные силы при всей такой умовности этого штампа? Ну, мне здаецца, што тут усё як на далоні, гэта простая і зразумелая стратэгія усяляк падтрымліваць Украіну. Хтосьці, як полк Каліновскага, просто на полі боя, хтосьці там донатамі, хтосьці дронамі там і гэтак далей. Падтрымліваць Украіну у яе барацьбе супраць імперыі, таму што менавіта падтрымка імперыі гэта галоўная апора рэжыму Лукашэнкі на сёння. Як бачыце, тут усё вельмі звязана. І каб змяніць рэжым у Беларусі, каб дамагчыся тых перамен, якіх не ўдалося ў 20-м годзе, трэба сёння усяляк падтрымліваць Украіну. Мне здаецца, гэта простая, шчырая і адкрытая стратэгія. Дзякуй. Татьяна, есть еще что-то додать? И тебе все сказали, в принципе, минулым. Да, в принципе, все сказала. Угу. Добре, то, здається, с этим выказали. И тогда, ну, давайте уже, больше наш час уже скончается, на вас первый час мы выбрали, кроху, перейдя на дискуссии. Тому я б перешел до третьего питания. Какие есть сценары уделу и неуделу Беларуси у другой год войны? И что на этот сценарий уплывает? Бо, здається, саме це просте питання, яке мені українські журналісти задають просто весь час, тому що завтра вже білоруське військо вступає в війну, так чи ні? І, в принципі, весь опошній год про це ми говоримо. Але я, може, крохи навіть за межі тільки війська вийдемо в углі. То, як буде мінятися позиція Білорусі, дії Білорусі. Причому, да, і Лукашенки, і його політичних опонентів ось на другий год. Що на це в углі буде впливати? З чим ми можемо працювати? Бо відомо, де некоторі фактори
Это мы не ведем, просто будут там уплывать там, ходы боевых дел, и это наврать там, как политические акторы могут на вопрос заниматься. Але какие вам бачите стратегии, что будет уплывать, и, как я обещал, первым полковите слово Татьяне Ашуркевич. Спасибо, Вадим. Ну, мне кажется, здесь тоже все довольно очевидно, если так упрощать. Есть два варианта на следующий год. Беларусь либо вступает, либо не вступает в войну. От чего все зависит? Ну, тут тоже довольно логично и очевидно, что от отношений Путина с Лукашенко. Я сразу, наверное, отмечу, что есть много людей, которые считают, что Лукашенко как-то очень так героически сопротивляется Путину и просто сейчас не принимает решение о том, чтобы белорусские войска вступили в войну. Мне кажется, это очень большим заблуждением, и в том числе это ведет вот к тому, что с Лукашенко еще как бы поддерживаются какие-то контакты на официальном уровне, и есть вот эта вера в то, что он может быть миротворцем и может быть от чего-то там, может от чего-то удержаться. Для меня ясно, что здесь все зависит вообще от желания, от способности России оказывать Лукашенко и политическую, экономическую, ну, да, военную поддержку, потому что если мы допускаем сценарий, что Россия, например, начинает проигрывать и станет неспособна поддерживать режим Лукашенко, но при этом еще будет способна поддерживать войну. В этом случае мы имеем какой-то вот этот шанс, коридор возможностей для того, чтобы увидеть, как Лукашенко начинает заигрывать с Западом. Возможно, он найдет точки соприкосновения, включить свою любимую вот эту способность вести торг политзаключенными с Западом. Но пока что этого нет, и об этом мы еще не говорим. Мне кажется, что пока что Россию, вообще Путина, устраивает Беларусь как такой просто плацдарм, тренировочная база для российских мобилизованных. Лукашенко тоже отмечает, что, я думаю, что он отмечает в разговорах с Путиным, что есть белорусское общество, которое очень не хочет, чтобы Беларусь вступала в войну, и я думаю, что он эти аргументы как-то сейчас продавливает. И, в принципе, пока Путина это устраивает, пока Путин справляется своими силами в Украине, ему не нужна помощь Лукашенко. Я думаю, что он вполне принимает эти аргументы, и пока что вот мы имеем такую замороженную ситуацию. Я сейчас не вижу каких-то таких подтверждений ни от кого, что есть какой-то такой стабильный костяк военных, которых там, белорусских военных, которых готовят сейчас отправлять в Украину. Да, поэтому мне кажется, что самый ожидаемый сценарий – это использование Путиным Белоруссии, как он уже делал это раньше, как плацдарма, как такой тренировочной базы для подготовки российских военных. Ну и это вот наиболее ожидаемый сценарий, что с территории Белоруссии может снова в Украину отправиться российские мобилизованные. Вот так. Татьяна, спасибо. Что ж, тогда дальше продолжаем, благо в остальном русский алфавитный порядок будет совпадать. Дмитро, прошу, слово вам. Как вам кажется, как и что будет влиять на участие или неучастие Беларуси в войне на второй год? Я соглашусь с Татьяной, что действительно будет влиять все-таки позиция российского президента, насколько они будут справляться самостоятельно своими силами, с одной стороны. С другой стороны, на это будет влиять и желание самого Лукашенко остаться без армии и один на один с злобными российскими наемниками, которых они же сегодня и готовят на своих полигонах. Вот, поэтому, собственно говоря, лукашенковская стратегия понятна. Вопрос заключается в том, в белорусском народе, который, собственно говоря, вместо того, чтобы бежать от войны, от участия в войне со своей страны, да, и в позиции белорусской оппозиции, которая формирует каналы для того, чтобы в Беларуси не оставалось белорусов, способных держать оружие в руках и способных выступить против режима.
И, на мой взгляд, более эффективная стратегия это все-таки была бы призвать людей пойти взять оружие, научиться им пользоваться, пройти курсы и потом развернуть это оружие против режима. Ну, если мы говорим о том, что вот, белорусы... Простите, Дмитрий, не могу не уточнить, а вот то, о чем вы сейчас говорите, это не является просто ну, прямым путем гражданской войне, о которой вы вроде бы только что говорили, что как раз против. Что здесь, ну, просто нет, ну, не... прям есть сценарий гражданской войны. Белорусы одни взяли оружие против режима, другие за, это же так работает, нет? Нет, это не так работает. А как вы имеете? Вот вопрос заключается -то в том, против кого впоследствии может быть развернуто это оружие. Лукашенко и будет более страшно то, что он вооружил население, которое негативно к нему относится. И он на это и не пойдет, и будет вынужден как бы сдерживать все эти процессы, либо идти на определенную либерализацию режима. Вопрос-то заключается в том, при каких условиях Лукашенко будет вынужден либерализовать режим до такой степени, чтобы люди могли вернуться обратно. И в этом случае, да, собственно говоря, белорусам есть где учиться, есть чему готовиться. И для этого не нужно бежать из своей страны. Потому что, как правило, люди, которые выезжают, назад уже не возвращаются. Если мы посмотрим на то количество людей, которое выехало и хотят вернуться обратно, то мы понимаем, что с каждым годом жизни за рубежом количество этих людей уменьшается. Так с кем вы хотите там власть менять? Если вы сейчас всех оттуда своих сторонников вывозите, и каким образом вы это собираетесь делать? Вопрос заключается в том, что начинает формироваться, да, виртуальная Беларусь, по большому счету, которая не имеет отношения к территории, но имеет свою идентичность. И эту идентичность сейчас будут загонять в виртуальное пространство. Появится виртуально как бы правительство, которое чем-то управляет или ну, создает видимость да, какой-то государственности. Но все это будет воздушным замком. Это будет ну, к тому, что происходит на самом деле в Беларуси. И нужно подумать про это, потому что именно от этого и зависит будущее участие Беларуси в этой войне. Спасибо. Дежурный в чате задает вопросы. Я думаю, мы сейчас закончим с этим третьим вопросом и обязательно все вопросы, в том числе из чата, озвучим. И будет возможность гостям их лично задать. Вот. Что тогда, господин Александр, тоже питание до вас, что будете и не будете уплывать на удел Беларуси в войне на другий год. Так, знову же дозволю собі невеличку ремарку, отказ на слово пана Громакова. По-перше, я не ведаю про некую стратегию вывозу оппонентов режиму с краины. Это трагедия Беларуси, это массовые заходы. Когда вы думаете, что с великой охвотой пакуют валиски и выезжают, нет, это люди, которые ратовались и ратуются от тюрьмы, от великих терминов. Когда бы их посадили на 10, 15, 20 год, никакими змагарами за будущую Беларусь, они там за кратами не стали. Это трагедия. И трактовать это как некую стратегию такую, что в сытую Европу из Беларуси вывозят змагаров, ну, это просто... Лишний раз это для меня доказ, что некоторые украинские аналитики слабо ведают белорусскую ситуацию. Ну, добро, не буду снова же удаваться у... полемику по сутности питання. Сапраўды, вось як казала Татьяна, я яе падтрымліваю, Лукашенко прадае Расіі, Путіну сёння свой цяперашні статус. Вось, я думаю, кажа приблизно так. Володя, слухай, ну што табе яшчэ трэба? Мы далі табе полігон. Мы дали тебе тренировочный лагерь, вот там Абуз-Лясновский центр гэты и інший. Калі ласка, тренируй своих бобиков. Урэшце яшчэ вось гэта Татьяна не згадала, зборочный цех великий.
сегодня, когда Россия под санкциями, ей до зарезу потребная белорусская микроэлектроника, и навод гэтые и лядовни, всялякие телевизоры со свистом идут в Россию, потому что заходние бренды оттуль сошли. И Лукашенко так само это разумеет и користается ситуацией. Ну и плюс страшилка традиционная, что нам же треба свои войски тримать на заходней мяжи, потому что иначе подступный монстр НАТО усадить русским братам нож у спину. И вот подобно на то, что пока что эта аргументация працует. Коли бы Путин, саправды, так выкручивал Лукашенко руки, так он бы не приезжал в Минск, он бы не раздавал все эти перники у выгляде финансово-экономичных преференций, которые я уже переличивал. Тут іншае пытанне, што, грубо кажучы, стукне ў галаву Пуціну заўтра, таму што, як я ўжо падкрэсліваў, пра ступень яго рацыянальнасці можна цяпер з вялікім сумневам разважаць. Таму што чыста ў вайсковым плане, ну гэта жменька, Лукашэнка кажа, у мяне войска 75 тысяч. Ну рэальна боездольная гэта сілы спецыяльных аперацый, гэта недзе 4-5 тысяч, ну яшчэ пара там некіх механізаваных брыгад. Всё, астатнія гэта, кажучы савецкімі словамі, страйбат там і іншыя, хто часцей з мятлой, чым з аўтаматам. І гэта не войска, і гэту жменьку адразу ў фарш ператвораць, калі яны сунуцца праз мяжу на тэрыторыю Украіны, дзе ўжо мінна стаўлена і кожная купіна прыстраляная. Так што, згледзячы чыста вайсковага, вялікай патрэбы ў гэтым няма, ну але калі Пуцін закусіць цуглі, калі ён паставіць пытання рубам, то, канешне ж, Лукашэнка нікуды не падзенецца. На сёння ніякага ударнага кулака гэта і заходнія выведкі кажуць, і украінскія вайскоўцы на тэрыторыі Беларусі няма. Каб яго сабраць, гэта патрэбна, напэўна, месяц-два, і гэта ўсё будзе за спадарожнікаў адсочана, таму на сёння непасрэднай пагрозы няма. Я не вайсковы эксперт, але думаю, што наўрад ці нейкі асноўны ўдар, як летась, тую ж раку нельга ўжо двойчы ўвайсці, будзе з беларускай тэрыторыі. Найхутчэй, што калі Расія разгорне наступ недзе там, на Донбасі ці ў кірунку Харкова, Сум, то тады беларуская тэрыторыя будзе выкарыстоўвацца або проста, каб тут манеўраваць, некія вучэнні праводзіць, каб адцягваць такім чынам частку украінскіх сіл на поўнач і разрываць іх сілы. І ці можа некі абмежаваны ўдар зноў жа з гэтымі мэтамі, каб забяспечыць большую эфектыўнасць асноўнага наступу. Таму, калі падсумоўваць, я думаю, што на сёння уступлення Беларусі сваімі войскамі ў вайну не надта імаверная. Лукашэнка будзе ўсяляк ад гэта адкручвацца, але, канешне, калі Пуцін паставіць пытання рубам, то Лукашэнка нікуды не падзенецца. Дзякуй, спадар Александр. Ну і што? У гэты раз у нас апошнім застаўся Евген Бахта, так што, калі ласка. Так, дзякую. Сценарії – це завжди цікаво, тому що їх з одного боку можна написати безліч, а з іншого боку всі будуть пам'ятати не ті, які справдилися, а ті, які категорично не справдилися. І будуть говорити, от ти прогнозував те, то виявилось зовсім по-іншому. Тому я зазвичай обережний в сценаріях. Я б не хотів безпосереднього вступу Росії в війну проти Білорусі в війну проти України. І я не вважаю правильним ставити білорусів і росіян на одну дошку. Тому що, ставлячи їх на одну дошку, ми посилюємо Росію, а не послаблюємо її. Наше завдання на сьогоднішній момент – послаблення Росії. Відповідно, треба діяти. Я послідовний прихильник організації діалогу з усіма білоруськими спільнотами, ну, за виключенням, ясно, Лукашенка, я вважаю, що Лукашенко, і це необхідна частина сценарію, Україна має сказати, що довіра до нього закінчилася рівно 24 лютого 2022 року. Тому що інакше, без цих фраз, ми багато чого втрачаємо. І Україні доведеться обирати, чи вона скаже ці слова, чи буде раз по раз
А думаю, що будь-яка людина, яка працює в сфері соціальних комунікацій, вона знає, що на негатив працювати, в принципі, легше, ніж на позитив. Тому опоненти Лукашенка будуть заразом і трошки лупити по-сусідськи по Україні, так для того, щоб офіційний Київ не розслаблявся. І не думав, що він може знову з Лукашенком якісь справи поєднувати. Ну, ніде правди діти, що вторгнення з білоруської території стало можливим і тому, що Україна до останнього в 22-му році торгувала з Лукашенком і, відповідно, йому вірила його запевненням про те, що з території Білорусі ніколи та цього бути не може. Але ми переконані у тому, що Україна виграє війну з Росією. Я вже говорив, що в такому разі доля Лукашенка буде непростою. І тому я за те, щоб вже зараз сказати Лукашенку, що йому можуть зберегти за певних умов життя і свободу. Ну, свободу насамперед, тому що збереження життя диктатора – це такий тонкий момент, як показує світова історія. Але йому доведеться піти. І тут починається найцікавіше в тому, якими будуть сценарії. Адже на сьогоднішній момент Білорусь – це суперпрезидентська республіка. Як будуть організовані вибори? Як буде, чи буде транзит влади? Питань насправді дуже багато. Тобто однозначної відповіді на це питання в мене немає. Сказати, що ми зразу побачимо, що Білорусь без Лукашенка стала осередком демократії і осередком європейського вибору, я думаю, що ні. Я чесно скажу, що білоруси багато в чому нагадують українців до лютого 14-го року, до захоплення Криму. Тоді ж теж багато людей, ну, вони без захвату ставились до Росії, але й без огиди. І, власне, ця трансформація, яку ми пройшли за 9 років, українці пройшли, її білорусам ще, очевидно, доведеться пройти. І тут ми повертаємось до сценарію. Я от знаю, наприклад, що в процесі написання майбутньої Конституції Білорусі є питання мови. Мова білоруської, як єдиною державною, як вона була з 94 по 96. Чи мова російської, яка сьогодні разом з білоруською є також державною. І це, до речі, для українців достатньо серйозний виклик. Я вже про це нещодавно говорив. Те, що у нас, ну це теж роздвоєння, що в Україні мільйони російськомовних громадян України, але у виконанні білорусів російська мова може сприйматися як мова ворога і ускладнювати процес діалогу. Не завжди, ну залежить від інтелектуального рівня людей, які ведуть цю дискусію, чесно скажу. Ну я можу перейти на русский язик і... От этого у меня украинский паспорт не отвалится. Я просто не хочу цього робити. Тому на нас, знаєте, це називається сітком, да? Коли сценарії пишуть, ну одна серія закінчилась і пишуть наступну. Тому це центральноєвропейський сітком. Намагаючись раціонально на це дивитися, чи балто-чорноморський сітком, я пропонував працювати спільно над балто-чорноморським наративом, який був би хоча б помірковано антиросійським, і в такому разі ми б шукали і точки дотику, і точки спільного руху вперед, і провели б інвентаризацію обопільних претензій, без якої, ну ми ж люди всі дорослі, говорити про якийсь вихід на щось надзвичайно складно. Дякую. Дякую, пане Євген. Ну що, я в такому случае, як користуючись мовою ворога, Антон, тогда попрошу тебя, посмотри в чате, у нас, по-моему, в чате были какие-то вопросы, я видел. И так само звертаюся до всех наших яскравых удельников нашей дискуссии, коли кто має какие питания, комментарии, если нечто такое, пожалуйста, так само поднимайте руку, и так само будем максимально выказаться. Антон, что у нас в чате?
Да. Ну вот есть комментарии насчет того, что на фоне рассказа о том, как бойцы полка Калиновского, украинские воины, как государство видит их своих, напоминаю, что даже вопрос с видом на жительство после окончания контракта не решен, и что белорус, закончив войну за Украину, должен взять свой белорусский паспорт и покинуть страну. И история отказов в виде на жительство множество, и что залечивать раны едут в Польшу. И такой типа риторический вопрос, типа вот такие свои. Валерий Карбалевич просит реплику. Я думаю, что давай дадим. Валерий Иванович, да, пожалуйста. Да. Так, Валерий Иванович, перед этим, если можно, Валерий Иванович, перед этим я вспомню, что то, о чем мы написали в чате по поводу проблем с видом на жительство для поселка Калиновского, как они едут за ветераны в Польшу. Ну, по крайней мере, все, что я помню про белорусских добровольцев еще в 2014 году, ну, к сожалению, да, в общем, примерно такие же сценарии, в общем-то, и были. Валерий Иванович, пожалуйста. Ну, добрый день. Хотел бы включиться в эту дискуссию. Слышно меня, да? Да, Иван, слышно, конечно, прошу. Хотел бы включиться в эту дискуссию, которая разгорелась. Что касается коллективной вины, ну, если рассматривать вопрос с философской точки зрения, то, безусловно, можно сказать о коллективной вине, потому что до 2014 года, скажем, ну, значительная часть, мягко скажем, белорусов поддерживала Лукашенко. Вот. Но это такой философский подход. А если говорить о чисто политическом подходе, скажем, о той же стратегии, о которой говорили, то, знаете, в любой войне, история человечества – это история войн, в ходе войны любая сторона пыталась каким-то образом ослабить противника. А самым главным способом ослабления противника – это создание в его тылу пятой колонны. И поэтому, если говорить о стратегии Киева в отношении Беларуси, то очень логично было бы поддержать, и создавать ее не надо, она есть, просто взять ее, поддержать, эту пятую колонну внутри Беларуси, пятую колонну против Лукашенко. Но официально Киев как бы занимает совершенно противоположную линию. Он просто эту пятую колонну отталкивает от себя, демонстративно отталкивает, причем делает это демонстративно. И вот господин Громаков даже странную аргумент привел. Мы не хотим гражданской войны внутри Беларуси. Хотя, как бы, ну вот, с одной стороны, он говорит, нам все равно, какой там будет политический режим, а с другой стороны, говорит, мы не хотим гражданской войны. Как бы одно из двух, если вам все равно, что будет с Беларусью, это одна стратегия, а если вы не хотите гражданской войны, не хотите поддерживать оппозицию, ну, это совсем другая стратегия, но они не совмещаются одна с другой. Спасибо. Можно я отвечу? Да, Валерий Иванович, спасибо. Да, конечно, напрашивается ответ. Да. Хорошо. Когда мы говорим или вы говорите о том, что Украина кого-то, пятую колонну, там какую-то должна поддержать, мне всегда интересно, а что вы имеете в виду в поддержке? Это что конкретно? Поддержать, чтобы эта пятая колонна перебралась в Киев и осела здесь? Поддержать их с точки зрения там, каких-то создания условий для работы за рубежом. Это, ну, потому что в 2020 году я, как активный человек, который интересуется Беларусью, смог продержаться в чате белорусской оппозиции ровно 20 минут. Ровно до того момента, как мы начали делиться своим опытом 2014 и 2004 года. И как это было. После этого меня назвали провокатором и забанили в чате. Я знаю, что, ну, украинцы были на протестах и участвовали в них. Внимание, вопрос. Когда они пытались поднять украинский флаг, к ним подходили протестующие и просили этого не делать. То же самое было с флагами Евросоюза.
Так вот вопрос, о какой поддержке сегодня вы можете говорить, и была она или нет в 2020 году этой пятой колонной, если вы сами от этой поддержки отказывались, если вы не хотели демонстрировать эту поддержку и не позволяли этого делать. Поэтому, когда сегодня раздаются голоса о том, что Украина кого-то не поддерживала, кому-то не помогала, то у меня есть личный опыт, который свидетельствует об обратном. Это первый момент. Второй момент. Что касается полка Калиновского там, и проблем с их нахождением в Украине после там, завершения контракта. Это люди, которые воюют не за наше гражданство и не за свое гражданство в Украине. Они получают боевой опыт для того, чтобы освобождать свою страну. Поэтому у них вопроса по гражданству особо не возникает. И я вот возвращаюсь там буквально позавчера вместе с ними. Да, вполне спокойно человека остановили на границе. Он там не один, не первый раз ездит, один из руководителей полка. Ну, он спокойно собрал вещи, вышел из машины и 8 часов остался ждать на пункте перехода, пока придет там соответствующий чиновник и завершит процедуру его въезда. Это не вызывает у них никакого ни отторжения, ни унижения, потому что такова процедура. Потому что когда в марте месяце, да, или там, в мае вышел фильм о том, как белорусские спецслужбы использовали белорусских волонтеров для прикрытия, да, там, и розыска своих этих самых дальнобойщиков, понятно, что доверия к белорусам у украинских спецслужб в этом случае не будет. И мы будем защищать прежде всего свои интересы на своей территории. И мы хотели бы, чтобы вы тоже к этому относились с пониманием. Поэтому мы не хотим делить белорусов на плохих и хороших. Потому что, ну, для нас получается, все одинаково плохие. Ну, слушай, Дмитрий, мы, в принципе, вас услышали. Хотя мне тоже кажется, очень колоритный момент, что говорится, ссылка на фильм. То есть, по сути, белорусская пропаганда выпустила фильм, цель которого, ну, чуднейшим образом была как раз посеять недоверие к белорусским волонтерам, и, в общем, и она его посеяла. Ну, в принципе, логично, что пропаганда добивает своих целей, но это сам себе, конечно, да, вот колоритный момент, что, ну, белорусская пропаганда что-то выпустила, а завтра белорусская пропаганда выпустит фильм о том, что все, значит, украинцы, бандеровцы, фашисты, ну, как бы, мало ли что белорусская пропаганда скажет. Когда белорусский волонтер, которого не было в Румынии, начинают рассказывать про меня страшные истории и выливать кучу говна на человека, которого он в свои глаза никогда не видел, но при этом он спокойно имеет себе вид на жительство в Украине, он спокойно себе там ездит в Беларусь, то поверь мне, для меня как бы не бывает, ну, не будет какого-то отношения к... не переношу отношения к нему на всех белорусов. Речь идет о том, что действительно есть процедуры, которые будут выполняться и должны выполняться. Есть контрразведыватель. Есть этот сам. Мне кажется, процедуры контрразведывателя, никто же просто и не спорит. Мне кажется, мы сейчас просто уйдем в сторону, да, русско-украинских сценариев, потому что, ну, да, процедуры пограничные. Понятно, устроено военное время, ничего приятного, но как бы процедура есть процедура. Окей, хорошо. Антон, какие еще были вопросы в чате? Вадим, коли можно, я еще 3 гроши уставлю у протяг дискуссии. Давайте, Александр, крыласка, давайте. Вот, глядите, мне здаётся, что некие крыўды там, что не едзе на протестах, нібыта там забаранялі здымаць украінскі сцяг. Ну, не ведаю, можа было, можа не было, але гэта некі прыватны выпадак. Увогуле ж, я хачу адзначыць, што калі пачалося вось гэта ўварванне леташняе ва Украіну, то тысячы беларусаў у сацыяльных сетках у якасці аватарак паставілі менавіта жоўта-блакітныя сцягі. І беларускія сілавікі пачалі хапаць і садзіць людзей за гэта. Таму гэта была моцная дэманстрацыя салідарнасці, і вось гэта было галоўнае.
Калі пра пытанне, чым можна было дапамагчы ў 20-м, калі былі пратэсты, ну глядзіце, Украіна працягвала з дыктатарам Лукашэнкам выгадна гандляваць там нафтапрадукты, бітум там і ўсё астатняе. Гэта цяпер вось душыць дыктатара санкцыямі. А тады што ён не дыктатар быў, але тады было выгадна. І тады пра гэта не думалі і зачынялі вочы на тое, што ён дыктатар. Чым можна дапамагчы сёння? Ну, хотя бы, ведаете, великое значение и та же встреча с Тихановской имела. Хотя я думаю, что и без этого у Тихановской великое международное признание. Але хотя бы не выпихивать из Украины тех волонтеров, которые там допомагают. А у многих это шмат историй можно почитать, послушать. Как людям не протягивали вид на жихарство, потому что там по неких формальных придирках. Хоть они еще и душой допомагали Украине. Разобраться с теми же банковскими картками, которые всем заблоковали. И прихильникам Лукашенко, и противникам Лукашенко. И снова же, те люди, которые шировали для Украины, стратили свои гроши. Тут казать, что нам няма розницы, какие белорусы добрые, эти кепские, ну и снова же это недальнобачно. Александр, коли есть некое ожидание, то есть тут нечто судно отказать, и мы уже пойдем далее. Давайте дальше пойдем, потому что мы сейчас будем долго в этот пинг-понг играть. Хорошо, давайте дальше. Мы все аргументы со стороны слышали. Антон, какие еще вопросы в часе были? Окей. Розвертання зброї проти режиму в Білорусі і провокування громадянської війни не становить безпековий виклик для України? Таке запитання. Ну так, в мене бачить, да, це одне з того, що коли с Фаргамаков, коли вы казали про идею того, как бы сегодня тренировались со зброей у Беларуси, я по сути, просто не вовсе теоретично видеть, как это практично может быть реализовано, или это у Беларуси, не как там, ты же хоругвы за межой, а это может быть реализовано в Беларуси, але так, или как это не створяет это войсковую погрозу для Украины, как он отчувается? Для Украины это не создает военную угрозу. Вопрос в том, для чего люди идут за этим оружием. То есть если они идут воевать, подготовиться к войне с Украиной, то тогда да, это может быть угрозой. Но у Украины нет как бы ни территориальных, ни других претензий к Беларуси, кроме ее соучастия в этом конфликте. И поэтому как бы по Беларуси особо не стреляют, да, хотя оттуда там вечно что-то да прилетает. Мы считаем, что вот этот вот поход за оружием внутри Беларуси и подготовка белорусского народа к тому, чтобы уметь защитить себя, это урок 2020 года и для режима, и для белорусского народа. Поэтому мы не видим в этом угрозы. Ради бога, если белорусы смогут сами защитить себя и взять власть в свои руки, то это их право. У нас 2014 год, ну, тоже ж как бы не все брали оружие, да, и не все воевали. Просто что у нас режим, он как бы вышел из знаковой системы украинской, да, там приняв себе этот самый георгиевские ленточки, себя повесив. Таким образом, потерял поддержку у самих украинцев, в том числе и в силовых структурах, потому что, ну, остался один Беркут, который функционально должен был выполнять эту функцию, и как только власть сбежала или ослабила команды, все сразу разошлись по домам и спокойно потом включились в войну с внешней агрессией. И поверьте, там и Беркут воевал, и этот самый, и не все беркутовцы сбежали из Украины. Кто-то потом спокойно себе отвоевал, и спокойно живет, и служит дальше народу Украины. Так вот, вопрос заключается как раз в том, чтобы насытить систему в Беларуси людьми, которые адекватно воспринимают ситуацию, людьми, которые не будут вас бить и насиловать дубинками. И поэтому выезжать из Беларуси, сбегая от войны, от этого самого, это, ну, такая же, да, там, позиция, как по мне, достаточно слабая для народа. Народа, который не хочет
брать на себя ответственность за ситуацию и за решения, которые он принимает. Каждый для себя сам. Дякую. И можно маленькая ремарка? Да, добро. Угу. Маленькая ремарка господину Класковскому по поводу торговли с Лукашенко. Вы, пожалуйста, не забывайте, что белорусские активы не принадлежат уже только белорусскому государству. И что торговля битумом и всеми прочими нефтепродуктами – это была торговля с Москвой прежде всего, а не с Лукашенко. От Лукашенко это только текло, да, по трубе. А Москва вельми добрая, правда? Здесь нельзя, путать эти моменты. К сожалению, глобальный рынок, мы от него никуда не уйдем. Это не хорошо, и это не красит Украину и тех, кто за это отвечал, и кто этим занимался. Но история им вынесла приговор в 2019 году, когда люди, которые этим занимались, они утратили политический вес и политическое будущее. Они понесли свою ответственность, и остальные тоже, в том числе экономическую впоследствии. Окей, спасибо. Антон, так, я видел, там еще была точно пара вопросов в чате. Была пара вопросов, но я думаю, вот, Дельфина, вы не хотите задать свой вопрос лично, может быть, голосом? Дельфина, я думаю, что будет просто это лучше, чем я буду все вот это вот читать. Да, но Дельфина пишет, что сегодня болеет, поэтому вопросы только... Хорошо, тогда, хорошо. На мою думку, Калиновский полк – ваш шанс на визволення Білорусі від Лукашенка. Поки що у них триває процес політичного самовизначення. Чи не вважаєте, чи не краще, крім різниць, спробувати білоруської позиції, побудувати міцну антирежимову російську політику на приклади України останніх 10 років? Угу. Сподіваюся, що було зрозуміло, коли ні, я можу там на перекласти не іншу нікому. Добре, це наше білоруське, російсько-українське, також крохи додаємо польської. Добре, ну, коли зрозуміло, да, хто мог би тут реагувати, може Олександр чи Тетяна так само, ті не варто, я думаю, що там українським досвідом будувати таку коаліцію, там, з військовцями і спробувати якось там одним фронтом. Що з цим не так? Ну, я, коли можна, некілька слов скажу, можливо, там Тетяна ще продовжить. Глядіть, що тичеться полка Калиновського. По-перше, ось там у питанні, у них йде процес політичного самовизначення. Який може бути процес політичного самовизначення у частки Збройних сил України, мені скажіть? Вони просто повинні військовій дисципліні підпорядковуватися і воювати там, де їм загадають. Ну і потім, коли я правильно зрозумів пана Громакова, ніяких намірів потім з української території, як це марить полк, там, ті особливі його представники, пойти на Білорусь, в українського боку нема, бо це буде там порушення міжнародного права і так далі. Ну, є більш хитрі сценарії, я ось слухав там різні ефіри з представниками полка. До речі, коли вертатися до питання про політичне самовизначення, уже у самім полку це зрозуміли, і менавіто тому почалася відбудова ось цього політичного суб'єкта Ради безпеки, які тільки ускосне дочинення до самого полка може мати. А так там цілий шерох структур буде уваходити. Так що вже у гетім плані не все так просто. По-друге, що тичеться ось перспективи нейкого там визвольного походу полка Калиновського на Мінськ, ми бачимо, яна вельми привідна з шерогу причин. Тому що, по-перше, Київ може не ризикнути і не дати на гета адмашку. По-друге, ну, одного полка просто мало, і він, гета тільки у страшилках там білоруських чоловіків, 100 чоловік заходять у Малориту і визвольним маршем йдуть на Мінськ. Це просто для демонізації, для нагонки страху і показати, каб, що Лукашенко ось який мудрий і не допускає громадянської війни. Насамреч, і гета, до речі, кажуть і представники полка, і той же Валер Сахашчик, і інші, при тим, що тепер увійшов у моду і може навіть становиться основним такий силовий сценар зміни влади у Білорусі, ще не підкреслюють, що найголовніше, і тут я з паном Громаковим згодний, повинна
початься внутри Беларуси. Але не тому, что там некая критичная масса людей раптом заволодает зброей, и Лукашенко николи ей не даст. Это все понты, кажучи жаргонным словом, с этим народным ополчением и так далее. И оно может быть только в демократичной краине. Диктатура не рискне раздавать зброю насельництву. Але у каждом разе и те замежные штабы, которые будуют свои стратегии измены режима в Беларуси, они делают акцент на том, что мусит быть некое окно махчимости, мусит сбегчися вот некие мощные кумулятивные чинники. У тем лику и экономичный обвал, у тем лику и пораза России в войне, и так далее, и так далее. И вот тогда может скластися такая, умовно кажучи, революционная ситуация. Колено будет сказать тяжко. Одинное, что зрозумело, и я еще раз подкреслю, что этой стратегии притримливаются демократичные силы, что треба ущеляк допомагать Украине у ее змагании супроти империи. Потому что поразы империи – это как раз окно махчимостей для измены улады у Беларуси. Дякую, господин Александр. Татьяна, ты есть что-то додать? Я бы, наверное, добавила, что да, насчет политического самоопределения полка Калиновского. Ведь дело в том, что несмотря на то, что уже несколько месяцев прошло после того, как представители полка заявили о том, что они в каком-то своем политическом видении, да, и трансформации, все еще непонятно с политической точки зрения, чего они хотят добиться. Это очень... у них нет программы, если упрощать. И это очень усложняет задачу даже для белорусов понимать, там, почему они вокруг них должны объединяться. Если, например, у демократических сил, других у кабинета, у Тихановской... есть какая-то определенность. Здесь мы ничего не видим, кроме того, что мы знаем, что у них есть оружие, они воюют и вот нацелены на силовой сценарий. И согласно народному опросу, я не помню, сколько точно процентов, но я помню, что белорусы в первую очередь представляют в качестве своих, считают своими представителями Светлану Тихановскую, в смысле ее офис и кабинет, а не полк Калиновского. Поэтому для того, чтобы говорить о каком-то таком объединении вокруг добровольцев, ну, нам нужны какие-то... Наверное, еще нужно время посмотреть, как, в принципе, белорусы на это будут реагировать. И да, мы, в принципе, если мы говорим об освобождении Беларуси в таком силовом сценарии, то это, правда, должны сложиться очень многие факторы. Это разговор не о какой-то краткосрочной перспективе, это разговор о долгом времени, о начале поражения России. В общем, это все очень сложно, и пока что, ну, это скорее такие вот размышления, ну, пальцем в небо. Дякую. Я бы вот от себя добавил, что когда я смотрю, вот думаю на такой силовой сценарий или в целом смотрю на украинский опыт, то я себе задаю вопрос. То есть, как бы, отдельно это там, отношение к Украине, там, все респекты, уважение, поддержка – это одно. А другое, вот если вот просто так вот смотреть прагматично на все, что было с Украиной после 2014 года и до сегодняшнего дня. Вот если прагматично задаться вопросом. А хотел ли бы я, чтобы в Беларуси вот все вот так вот примерно случилось, по такому же сценарию. И, в общем, честно говоря, глядя на это, ну, я, мягко говоря, не вижу, что этот сценарий является однозначно позитивным и хорошим и полезным. Безусловно, это совсем не значит, что там сильно хороши какие-то другие сценарии, и, условно, там сценарий, там, я не знаю, там, тоталитарное укрепление, тоталитарной власти. Лукашенко долго, что это хороший сценарий, совсем не обязательно. Но, в общем, всегда глядя на сценарий Украины как пример для подражания, ну, у меня, например, возникают сомнения, что это хороший пример для подражания. Просто сугубо такой, ну, прагматичной точки зрения. Я видел, что у Евгена тут тоже была рука. Насколько там сейчас удобно что-то сказать? Я коротко буквально. Я хотів, оскільки я стежу за білоруською політикою, то у об'єднаного перехідного кабінету теж немає програми. Тобто відсутність програми – це зараз не чинник. Я б сказав, що фактором білоруської політики є спроможність зайняти певну позицію і далі її втілювати в життя. Я думаю, що припускаю, що значна частина громадян Білорусі,
році, чекає певних змін, але не знає, якими вони можуть бути. І тому з'являються нові, ну, я б сказав, що нові політичні актори, як Пол Калиновського, з'являються на тлі певного розчарування у тому, що відбувається в об'єднаному перехідному кабінеті. Ну, так мені видається. Але цей сегмент, він все одно не більшість громадян Білорусі. Тобто, я неодноразово чув, що все має початися всередині Білорусі. Поки що, ну, з цим, я так розумію, суттєві проблеми. Дякую. Дякую, Евген. Да, причем Дмитрию слово передам. Я тоже не могу не согласиться, что, конечно, ожидания и какие-то надежды на силовой сценарий и вообще в целом монетаризация, конечно, она возникает во многом на фоне разочарования. И я бы сказал, такой распространенной логической ошибки, когда люди смотрят и думают, вот, значит, мирным протестом мы ничего не добились, чего хотели. Наверное, значит, могли бы добиться не мирным. Что, по-моему, ну, такая типичная логическая ошибка. Что не сработало одно, это не значит, что сработает противоположное. Но тем не менее, конечно, спрос возникает, он, в общем, вполне понятный. Дмитро, будь ласка. Да. Ну, смотрите, что касается политического самоопределения пока. Прежде всего, тут нужно понять, а что мы рассматриваем как политику. Если у нас политика заключается только в наличии какой-то программы, то у полка эта программа есть, потому что у полка идет работа с живыми людьми, которых они готовят, которые воюют, которыми они руководят и командуют. Плюс полк, на основе полка возможно создание действительно будущих, скажем, офицерского корпуса новой Беларуси. Или вы хотите там, сказать, что вы, когда придете к власти, у вас офицерский корпус останется еще лукашенковский. Можно создавать спецслужбы для следующей Беларуси и готовить людей. При этом эти люди будут понятны. И когда мы говорим о политическом самоопределении, то это заявка ровно вот на эту программу, на создание институций, и институционализации полка в будущей политической системе. И когда они заявили о создании Совета национальной безопасности, то это ровно, да, это претензия на определенный политический сегмент и функционал в политической системе Беларуси, который на сегодняшний день отсутствует и в кабинете, как эффективный инструмент, да, управления чем-либо. Потому что один сахащик сам по себе не может выступать сразу в нескольких ипостасях. И как министр обороны, и как боец на фронте, и как руководитель там, условной спецслужбы. Вот в чем суть политического самоопределения. И да, они ищут себе людей, которые профессионально занимаются политикой, и которые будут поддерживать людей, которых они сейчас подготовят, в их политическом будущем. Потому что, как все здесь говорят, если мы ждем, когда в Беларуси сложатся какие-то условия для возвращения, то это процесс не на год и не на два. Потому что, ну, все же говорят, что у нас там такая диктатура жестокая, что все, кто там что может думать, все уезжают, вынуждены уезжать. Так вот, это вопрос создания внутри Беларуси, да, или там подготовки, хоть каких-то специалистов и профессионалов, которые могут получить боевой опыт, которые могут получить знания здесь, на территории Украины. И знания, которые они не получат ни в Польше, ни в Вильнюсе, по другим этим самым. Потому что даже хоругвы те же самые, ведь над ними ни кабинет не властен, у них нет политического представительства внутри белорусской оппозиции. Да, то есть это люди, которые заточены на войну и на сегодняшний день решают свои вопросы самостоятельно и вопросы своего будущего.
Вот в чем суть политического самоопределения полка и его роли в белорусской политике. Спасибо. Дуже дякую. Да, отметил бы, что говоря о том, что нет альтернатив, но как минимум можно вспомнить, что Байпол существует. Другой вопрос, ну да, вопрос эффективности и неэффективности, это совершенно отдельная дискуссия. Но как минимум точно нельзя сказать, что на поле вот условно альтернативы там будущих спецслужб, реформы, ну и в принципе силового корпуса, ну и можно сказать, что есть и, минимум, и другие игроки на этом поле. Но мне как бы нравится вот этот фокус на то, чем, если мы говорим про ПКК как политического актора, на этом фронте, да, это тоже интересный фокус. Так, я вижу, пишет Евген, что должен идти, поэтому Евгену спасибо за участие. Вот, я видел еще и в чате вопрос был от Анаис, я видел Андрей Петрович в Родомаске, я тут камеру включал. Андрей Петрович, есть желание что-то сказать, спросить? Или вы просто так камеру включали? Вот. И вопрос Анаис тоже, не знаю, Антон, или ты мог бы зачитать, или Анаис, возможно, вы могли бы сами тоже подключиться и вопрос задать. Так, сейчас не вижу никого из причисленных. Антон, вот так, я думаю, что, да, я думаю, что вопрос, очевидно, связан с тем документом, который на вот недавно был как бы слит. Возможно, настоящим документом, возможно, нет, мы точно не знаем, но был слит документ о долгосрочном сценарии поглощения Белоруссию Россией. И вопрос от Анаис. Есть ли у спикеров данные о возможном процессе паспортизации белорусов России? Такой вопрос. Не совсем связанный с темой сегодняшней, но... Ну, то я бы, может, тогда к этому вопросу добавил, заодно даже всех участников спросил бы, а как вы думаете, интересно ли было бы устроить нам в таком же формате дискуссию про этот план, или, в общем, там нет ничего нового, и он там отдельной дискуссии не стоит, как кому кажется. Ну и по поводу паспортизации тоже. Кого какие на этот счет есть мысли, будет ли активнее такая паспортизация или нет, как это будет выглядеть. Я вот со своей стороны могу сказать, что я как человек, который по всем параметрам, на бабушке место рождения написано в Смоленской области, я имею практически все права на российский паспорт и видел нулевую активность Российской Федерации во всю мою жизнь по попытке хоть как-то меня простимулировать, например, этот паспорт получить. Ну, возможно, ситуация изменится, тоже было бы интересно. Я вижу руку Дмитрия, я только не знаю, насколько тут ответ насчет паспортизации или это по какой-то еще теме? Не, про паспорт. Ну, и паспортизация, и вот вопрос, который ты задал вообще сценарию. Я понимаю, что это интересно, может получиться интересная дискуссия, потому что история поглощения Беларуси, она же движется с 97 года, да, там, с момента создания союзного государства. И его развитие, и самое главное, устремление и амбиции Лукашенко своих первых сроков к тому, чтобы взять всю полноту власти не только в Беларуси, но и в России. Поэтому я думаю, что стоит сделать отдельный разговор на этот. У меня есть там своя гипотеза на этот счет, и она связана ровно с тем, что этот план... Он может иметь достаточно веские основания под собой и, самое главное, иметь поддержку внутри лукашенковской семьи и самого режима. Потому что так как он застегнут на сегодня и привязан к Российской Федерации, может свидетельствовать еще о том, что Лукашенко может сделать ставку на своих детей, которые войдут в политическую элиту Российской Федерации и на фоне даже ее развала в случае победы там Украины будут выглядеть куда пристойнее, чем кандидаты, которые сегодня там рассматриваются российским обществом, как тот же самый Кадыров, у которого рейтинг уже идет выше, выше, чем у Медведева, да, там, или там тот же самый Медведев. То есть Коля может на этом фоне выглядеть достаточно хорошо. Поэтому я думаю, что есть смысл сделать отдельную дискуссию. Спасибо.
Ну, а про паспорта информация у нас такое пока... Коли можно, я два слова еще скажу. Так, Александр, только может, коли можно, докладнем, мне здається, так, конечно. Коля Лукашенко, який, как политический актор, не зробив за життя ничего, ну, в принципе, да, не складано выглядеть лепить, чем Кадыров. Тут, конечно, не диво. Класс, Александр. Так, что тычется громадянства? Я тут не адмысловец, не эксперт, але я памятаю, что в 2020 году были измены, принятые у российский закон об громадянстве, и просто для белорусов усталеваны спрощенный порядок. Коли ранее там 5 годов треба было проживания в России, то теперь достаточно там просто подать заяву. Тому уже первый крок у гэтым кірунку зроблены. Что тычется гэта секретного документа, то мне здаецца шмат такого шуму медийного, шмат пены, и он состарел. Это документ, коли он сапраўдный, он был летом, улетку 21 года распрацаванный. Война многие речи пришпорила, стала катализатором, и де-факто уже там, например, есть пункт про то, что домагчыся регулярных супольных маневров на белорусской территории. Так сегодня российские войска отсюль не вылазят. Ну и так по інших пунктах. Тут не треба никаких секретных документов. Все уже в натуре робится. Лукашенко выкрутили руки, и это 28 союз разных программ примусили подписать. Тому справа не у этой паперчине, справа у имперским ладе мышления. И мы бачим, что есть эта папера тине, але процесс ползучий корпорации, и он иде. И Лукашенко, вот тут я поспрачаюся, никаких у его планов сдаваться и там Колю просовывать. Лукашенко в свой час не пустили, он же хотел место Ельцина занять, или там Чубайс и иншие удало сгуляли, и Лукашенко барьер поставили на этом шляху. И Колю не пустят, там своих претендентов хапая на этот кремлевский трон. Лукашенко ведая византийские норовы России, он будет рогом упираться до апошня. Иншая речь, что ресурсы у него еще меньше, после этих двух переломов 20-го года и соуделу в агрессии, про какие я уже говорил. Дякую, господин Александр. Татьяна, может, вам есть что додать на конт этого плана? Тебе интересно было пробить про его дискуссию, и он такой не варты? Ну и про паспортизацию так само. Мне кажется, это просто какой-то очередной повод, повод обсудить, наверное, то, что уже давно и так известно. Просто, наверное, что-то громкое. Возможно, в этом ключе на все громкое всегда реагируют люди. Просто я не вижу в этом чего-то такого слишком важного и очень-очень нового. Спасибо. А по поводу паспортов, какие есть мысли? Будет ли Россия, не знаю, предпринимать какие-то меры, чтобы действительно вот сделать эту практику это более широкой и активнее как-то раздавать российские паспорта в Беларуси? Правда, здесь я тоже не эксперт, и абсолютно в этом вопросе лучше не буду ничего комментировать, чтобы не быть убеждения. Хорошо, спасибо. Ань, вам действительно не важно, или вот как будет действовать оппозиция в случае действительно поглощения Беларуси Российской Федерации. Вот если я, вы сейчас не... Смотри, опять, к сожалению, прерывается связь. Если прерывается связь, то слышим. Вы не слышите, поняли, что вы как бы удивлены, что как же это не, нам это не так интересен план? Неужели оппозиция будет бездействовать? Я правильно услышал вопрос? Вопрос заключается, как будет действовать оппозиция в случае поглощения Беларуси Российской Федерации. Ну вот, ну, в реальности возьмем за основу, что это все правда. И действительно, к 30-му году Беларусь становится субъектом Российской Федерации. Как тогда будет... Вот я бы с своей стороны сказал, я вот просто когда я впервые прочитал этот план и пошел посмотреть первоисточник, исследовательский центр, какие же там пункты в плане, то, в общем, я обнаружил, ну, для меня в чем была с ним проблема, что я там не нашел ни одного пункта, который бы я сам не написал, если бы меня сейчас попросили описать, что делает Россия в отношении Беларуси там, последние 10 лет, условно. И, в общем, ну, примерно все те же пункты я бы не написал. И поэтому я, во-первых, не вижу, что в них, ну, то есть принципиально нового для меня лично я как бы не нашел. А поэтому самое главное, я не очень вижу, каким образом эти пункты ведут в конце к конкретному получению России. То есть к усилению влияния России, да, они, безусловно, ведут. Так, в общем, мы и видим, как влияние России сейчас усиливается, какая-то проблема.
Но мне кажется, вот тот пункт, что если мы в конце этого плана, в таком виде, в каком он есть, в конце пишем, значит, присоединение Беларуси к России, к субъекту федерации, ну, это примерно как написать пункт из двух планов, что хочу стать властелином мира. Сначала съем завтрак властелином мира, а потом весь мир захвачу. И вот первый пункт я уже сделал. Вот примерно так и тут. То есть те, что мы сильнее влияние, создание российских каких-нибудь там, условных там, центров сотрудничества в еще каких-то городах, это понятная деятельность, понятно, что усиливает российское влияние, что это плохо. Но, в общем, само по себе, это, как видим за предыдущие годы, это не ведет автоматически к присоединению к России. Скорее, да, к увеличению российского контроля, это правда. В общем, вот из этого плана, и, собственно, и без плана мы и так видим, насколько усилился российский контроль за Белоруссию за последние годы, насколько сузилось поле, да, что, не то что политического, а экономического маневра. В общем, да, это все реальность, и как мы все видим. А как из нее следует присоединение, я, например, пока особенно не вижу. Ну, соответственно, как бы, если отвечая на вопрос, что вот, как бы, должны сделать противники Лукашенко, мне кажется, в общем, принципиально на те действия, которые есть сейчас, тоже надо делать. И если мы видим, что Россия заинтересована в продвижении своей soft power, пытаться продвигать свои ценности через свои какие-то центры, да, надо делать обратное, надо продвигать, собственно, белорусскую soft power, продвигать белорусский язык, белорусскую культуру, создавать свои общественные инициативы, которые занимаются их продвижением. И то же самое, ну, в общем, и по остальным пунктам. То, собственно, мне кажется, достаточно очевидные действия, которые нужны. Ну, и, во-вторых, они нужны, те же там инициативы, продвигающие белорусские ценности, они нужны, в общем, независимо от того, что там делает или не делает Россия. Это, в общем, и то, что там, если говорить про экономику, то, что там диверсификация торговли, возможность находить какие-то альтернативные варианты, а не делать, вот как сейчас Лукашенко, когда все завязывается на Россию. Так, в общем, делать по-другому надо. Опять же, даже если бы Россия была белая и пушистая, и никого-то захватывать не хотела бы, все равно это очень плохо впадать в зависимость от одной стороны. Как бы, мне кажется, понятно. Вот. Может, Татьяна, Александр, может, у вас есть какие-то другие тут идеи, что должна делать белорусская оппозиция или там, противник Лукашенко при вот таких вот обнародованных планах? Так, я згодны с вами, Вадим, абсолютно. Я хочу подкреслить, что это меды разодьмули сенсацию, там из головки вынесли инкорпорацию. Этого у плане нема. А вот, например, пан Громаков каже, что будут делать в случае. Ну, але это уже паузучее поглынание, оно идея. Оно идея не первый год. Тому не в случае, а это уже наша реальность. Сумная, драматичная, трагичная реальность, что при сегодняшней уладе Беларусь спаузая упавшую империей. И коли не изменить уладу в Беларуси, то рано или поздно это отбудется. Причем я не думаю, что России потребна классичная инкорпорация. Просто высмокчуть весь суверенитет, а оболонку, вот эту кордонную бутафорию, червоно-зеленый стяг, там, особняк у Дрозда, это покинуть, коли ласка. А по сутности незалежности не будет. Дякую. Татьяна? Я здесь абсолютно соглашусь, когда я говорила о том, что для меня в этом документе не было чего-то нового, абсолютно нового и удивительного, я это имела в виду, просто мы живем в этой реальности уже сколько лет, ну, что мы не знаем о том, какие у нас есть, насколько у нас есть большие проблемы с белорусизацией, вообще с зависимостью от России. Нет, это происходит, и да, это просто громко звучит, как сказал Александр, какие-то заголовки о поглощении, но это поглощение идет на каком-то культурном уровне, на уровне вопросов суверенитета, но вообще отождествления себя с чем-то белорусским. Это все есть, поэтому именно поэтому это не стало какой-то сенсацией. Mm-hmm. Ну, здесь вопрос же не в сенсации заявления, а именно в том, что это вот, кстати, то, о чем говорят очень часто и с украинской стороны, да, мы не видим противодействия этому со стороны белорусов и Беларуси. То есть это там, политика, которая поддерживается, или это политика, с которой все смирились, и просто вы ждете, когда они окончательно победят, не выступая за, ну, против самой этой политики.
Извините, Камать, может, просто уточним, а чему именно этому? То есть, понятно, если мы говорим, там, например, о том, как оказалась белорусская внешняя торговля связана на Россию, не очень очевидно, как этому противостоять, или мы, например, говорим про российские попытки там, усиления культурного влияния, вот это, или про что? Вот именно про это, усиление попыток культурного влияния, заход в медийное поле Беларуси, заход в культурное пространство, в языковое пространство. То есть то, вот про что сказала Татьяна, но мы сегодня не видим особо проектов, которые бы противодействовали именно этому и именно против России. Ну, я ну, не сам не бачу, или... сегодняшняя наша гутарка, пресс-клуб, это же один из таких проектов, насколько я разумею. Учора Тихановская там на днях сказала, что у выпадку измены улады Беларусь повинна выйти с союзной державы из АДКБ. Это абсолютно ясные заявы. А информационное поле, медии ж незалежные, разгромлены у Беларуси. Чему журналисты працуют? Вось вы кажете, съехали там, спаковали чемоданы. Это со слезами, это за разорвание. Рваными душами люди выезжали. И они с задовольнением у Минску ходили на пресс-конференции. Але те журналисты, которые остались в Беларуси, более за три десятки за кратами, у турме. Им шаленые термины за здраду державы дали. Вот чему за мяжи мусить працовать сегодня редакции. Это не добрая життя. И все, что они робят для сопротивления и сопротивления так называемому русскому миру, и они робят. Ну, да, я все згадываю аккурат и наши дискуссии. Это зараз мы, как почали у пандемию, так протягиваем экспертные дискуссии экспертного клуба в Zoom. Памятаю, так, мы их робили на месте в Минску. А зараз протягиваем робить тут, бо бачим, есть то, что робят российские пропагандисты. Ну и да, до речи, вы теперь кандидат, господар Александр, так кажу огульными словами. В принципе, вы же сами это добрый приклад. Чому господар Александр не працует на незалежные белорусские меды Белопаны, на Винебай у Беларуси? А чому он вымышлен в інших местах працевать там на БПН и Позерк, створять новые меды? Ну, отповедно тому, что в таких политических обставинах. Але далее, в принципе, тяжко сказать, что это не робится. Але, что я тут зазнаю, я про нам всякие для совета ставлю в основу, певно, недостатково робится, как расповедать в Украине а тим, які ёсць беларускі медыапраекты, які ёсць теж культурныя ці моўныя ініцыятывы, ну, знаеш, што гэтага недастаткова ў украінскім інфармацыйным полі. І вінавата ў гэтым дастаткова не Украіна, не Расія, а пэўна, гэта таксама да беларускіх ініцыятываў добры момант, што калі мы хочам, каб гэтага было больш заўважна, ну, то пэўна трэба з гэтым працаваць, і гэта прасоўваць, каб было гэта бачна. І тады можа і будзе больш з гэтым канструктыву. Добро, господарство, есть у нас еще питання? Мне здається, с чата мы задали все, рук поднятых нема, и мы уже бачим, что и с подармах, и с подармах Татьяна побегли на наступные разговоры, бо час наш, в принципе, то вышел. Тому, коли ни у кого нема никаких еще финальных контрибьюшн для нашей дискуссии, я тогда хотел всем подякувать за разговор. Мне здається, это было вельми цікаво. Калі збіралі вось такі набор гасцей, я, в принципе, і спадзяваўся, што у нас будзе цікавая размова, што гэта не будзе сітуацыя, дзе просто ўсе адзін з адным пагаджаюцца, але добрая дыскусія, добрая спрэчка, тэма важны. Таму я, прынамсі, хацеў бы завершыць на тым, што у нас зараз, так, калі паслухаць вось нашу размову, дык можа падацца, што беларусы і ўкраінцы толькі ёсць нам пра што спрачацца і пра што канфліктаваць. Але я это писал, что сдается у сакавіку минулого года, и могу повторить зараз, что для меня особисто, какая по мне не была там колькость, и претензий не веду там, да, украинской политики, и всяких угодно спрэчек, але это все для меня, а никак не уплывая на то, что я подтримливать Украину, бо роблю это не тому, что украинцы котики, а тому, что у меня есть тех каштовности, которые, ну, в принципе, у меня нема інших вариантов, что можно робить, кроме Украины подтримливать. Поэтому я сподіваюся, что Украина пережила такий тяжкий год войны, годно его вытримала. И будем сподіваться, что нам не придется раз в год робить дискуссию на 2 года войны, а что будем робить дискуссию только про украинскую промову. Тому дякую всем. Живи Беларусь, слава Украине. И может, добавлю тоже немножко заключительное слово на понимание, чтобы, ну, не воспринималось все то, что я говорю, как истина в последней инстанции. И самое главное, что
У меня лично нет никакого негативного отношения там, к белорусам или к этому самому. Для нас вопрос сейчас заключается больше в практических вещах, которые мы можем использовать для победы. Да? Поиски моментов, где мы можем включить белорусский фактор на наших фронтах, да, скажем так, и информационных, и политических, и экспертных. Поэтому хотелось бы, чтобы все относились к моей позиции просто как к определенному конструкту, который требует определенного понимания. Я понимаю, что она очень конфронтационна и может не восприниматься как бы вот, прям как поддержка. И я надеюсь все-таки, что рано или поздно мы будем говорить не только про нашу победу, но и про то, как мы будем жить после прихода и возвращения демократии на белорусскую землю. Ой, да, мне кажется, об этом мы и говорим, и будем еще говорить, куда же без этого. Приглашаю, да, рано. Конечно, поэтому да. Для нас тут дискуссии и не для того, чтобы всем получить психологическую поддержку, а как раз чтобы подискутировать, поспорить и друг друга лучше понять. Мне кажется, это нам сегодня удалось. Что еще раз всем спасибо и до новых встреч.